Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание. И я подготовился для прохождения к основной сюжетной линии. Так что, думаю, будет сегодня интересно. Нужно 1010 мощей, у меня, конечно, немножко слабее персонажа, но я думаю, что это для нас не помеха. Поехали, как говорится. Я специально в свой отряд взял Агилар и Беатрис, это самые сильные персонажи, которые у меня есть. И взял еще Клаудию. Клаудию у меня будет здесь выступать в роли хиллера. Так, давайте парирование и вот так вот. Минус один. И напомню, ребята, что все задания мы будем пытаться пройти на 3 звезды. Элитный инквизитор, блин. Что ж, придется Беатрис разбираться с ним. Ну-ка посмотрим. Слушай, крепкий парень, конечно же. Ну-ка. Оу. Так, придется рубить. Ну все, ему крышка. Ладно, двигаемся с вами далее. Тут сколько? Ага, двое. А если я возьму Агилара? Давайте посмотрим. 43%, а здесь 76%. Нет, все-таки придется Беатриску брать и именно ей нападать. Так, ну первый у нас атакующий удар. Они сразу вдвоем приходят. Парирование и сразу кровотечение делаем. Все. Вау, сейчас минус один. И сразу же второго минусуем. Пока все получается очень даже хорошо. Давай посмотрим здесь. Элитный инквизитор. Так, давайте подлечимся маленечко, да? Потому что я не хочу, чтобы у меня Беатрис здесь упала. Ну что, вроде бы нормуль. Так, погнали. Ну, иди сюда, элитный инквизитор. Сейчас ты будешь у меня получать. У-у-у, ребята, ему не повезло, что он встретился со мной. Истекает кровью, конечно, истекает. Все. Кто у нас тут? Ловкий испанец. Хм. Он один. Вот, сейчас мы его, наверное, ребята, и накажем. Нет, Клаудио не подойдет. А вот Агилар должен справиться. Слушай, неплохо. Ага, вот здесь уже, к сожалению, придется Беатриску брать. Эх, Беатрис, давай, выручай, как всегда, нас. Куда мы без тебя? И, кстати, ребята, если у кого нету Беатриски, я советую ее получить как можно быстрее. На ранних этапах это самый, наверное, лучший боец. Именно боец, ребята, не убийца, а боец. Так, ну что же, давайте, наверное... Блин. Так, Агилар, давай-ка попробуешь, наверное, ты. У тебя здоровья много. Так, неплохо. Давай так вот сделаем. И... О, промахнулись, вот это плохо. Ой-ой-ой, лишь бы нам здесь не погибнуть. Ох, елки-ты-палки. Е, малорик. Заколол все-таки, я уже думал, сейчас, ребят, погибнем. О-о, здесь, наверное, придется нам, ребята, опять Беатриской выступать. Потому что... Сейчас, секунду. Нет. Клаудио вообще не подходит нам. Да и в отряд я ее беру только лишь для того, чтобы она у меня отхиливала либо Беатрис, либо Агилара. Но больше все-таки она у меня для Беатриски. Так, ну что, давайте этого испанца прикокошим и будем с вами двигаться дальше. Воу, промахнулись, ёпрсоте. Так, отдуплился. Ага, лейтенант Нунес. Оу. Так, ну что же, придется нам Беатриской в очередной раз. Блин, он, наверное, жесткий парень. Что? Нарушители, вам не уйти. А мы и не собирались. Вот такой короткий разговор был с тобой. Ну ладно. Так, поехали, ребят. Так, парирование. Кровотечение. Тихо, тихо, ты не выделывайся, пожалуйста, мне. О, ребят, по-моему, ему кранты. Слушайте, я думал, что он будет сильнее. Ассасины, зачем вам я? Постойте, припасы. Наши планы снова раскрыли. Пусть даже моя смерть задержит поставку припасов. Мы все равно победим. Испанская армия достаточно сильна, чтобы раздавить вас. Ну, извини, браток. Тебе не повезло. Слушайте, ребят, мы прошли с вами идеально на 3 звезды.
найдены приказы капитану Арданьесу. Ты должен оставаться в Хаене. За обеспечением твоих войск отвечает лейтенант Нунес. Не сомневайся в плане. Испания будет нашей. Великий инквизитор Тарквимада. Да, конечно. Ну что же. Вот такой проход меня, ребята, устраивает очень даже. 3 звезды, значит, мы с вами двигаемся дальше. Так, 70 хеликсов, 10 ДНК на Агилара. Ну, в общем, неплохо, я вам скажу. Друзья мои, 13 этап позади, и мы сразу передвигаемся на 14. Чё, как говорится, тянуть время. Капитан Арданьес подает в отставку. Вот так называется она. 1040 мощей. Ущерб, нанесенный снабжению испанской армии, подорвал боевой дух солдат. Но для победы нужно устранить того, у кого в руках кнут, хлещущий их по спинам. Письмо, которое мы перехватили в Севилье, подтверждает, что капитан Арданьес сейчас находится в Хаэне. Убив его, мы посеем хаос в рядах испанцев. В своем отряде я никого менять не буду. Единственное, что я сделаю, это восполню им здоровье. Так, Беатрис и Агилар. Да, у них очень мало, поэтому нужно, ребята, это сделать в обязательном порядке. Иначе мы там не протянем. На 30, ребята, мощей этот уровень будет сложнее. Тот был 1010, это 1040. Не стоит об этом забывать, что мои герои даже 1000 мощей не имеют. Устраните капитана Арданьеса. Все понятно. Значит, у нас выбор либо вниз, либо вверх, да? Оу, внизу будет посложнее. Слушай, а давай пойдем поверху. Смотрите, тут, ребят, какая-то тарзаночка. А ну-ка пойдем. Так, Агиларчик, что если мы тебя возьмем? 63%, отлично. А ну-ка, должно сработать. Минус. Так, 63%. Фу, он шикарно себя чувствует. Так, а тут 63%, посмотрим. Слушай, только ему это под силу. Спуститься на этом. Блин, и неудачно приземлился-то, а. Ай-яй-яй. Так, тут он один. Тем более легко, давайте попробуем его завалить именно Агиларом. Так, давай-ка вот так вот сделаем. И добивочный. Все. Дальше куда нам идти? Ага, здесь, я думаю, нам пригодится уже, скорее всего. Угу. Беатрис, пора тебе на выход. Пойдем, радость моя. Без тебя я тут не справлюсь. Так, я так понимаю, ребята, они... Ага, все. Я думал, что втроем прибегут, но нет, ничего подобного. Значит, там еще будет один. Хорошо, мы до него доберемся. Так, добивочный. Минус. Ну и этому охламу... А, вот они как. Понял. Ну что ж, тебе не повезло, парень. О, с удара. Так, что нам дальше делать? Наверх, да? Вниз нельзя, потому что тут затемнено все. Значит, только наверх. Блин. Что-то мне не нравится все это, если честно. Но у нас выбора нету. Ладно, хорошо, но перед началом мы, ребят, с вами должны залечиться. И причем хорошенько. Так, Беатрис, у тебя там, в принципе, у нее со здоровьем-то все нормуль. Так, Агилар, давай, у тебя все-таки по акробатике лучше получится, чем у Беатрис. Опачки, ага, а вот и Арданьес. Я надеюсь, на этот раз он не убежит от нас. Как в те разы, помните, да? Так, минусуем. Пока, родной. Ну что же, а теперь, Беатрис, твой выход. Давай мы тебе захиляем полностью. Так, здоровье тебе, наверное, чуть-чуть еще прибавим. Все, поехали. Ассасины, что вы здесь делаете? Неважно, приступим. В этот раз вам от меня не уйти. Мой клинок жаждет крови. Мы разберемся с этим раз и навсегда. Ну, вообще-то, насколько я помню, ребята, он всегда от нас убегал, да? А не мы. Ты не припухли, а, родной мой?
Давайте, ребята, его накумарим, в конце концов. Слушайте, да он... Он ватный, как всегда. Ну? Думаете, моя смерть хоть на что-то повлияет? Глупцы, вы так хотели меня найти, что не заметили главного. А что же у тебя главное-то, родной мой? Колись. Пока я отвлекал вас, армия выдвинулась в сторону крепости Басса. И, полагаю, она уже пала. Вам не остановите нас. Ну неужели, наконец-то мы, ребят, его покарали. Арданьес подал в отставку, причем посмертно. Ну что же, как видите, на 3 звезды вообще шикарно мы с вами идем. И я думаю, что, наверное, все-таки следующий этап мы тоже должны с вами попробовать пройти. 14-й эпизод у нас позади. Ну что же, переходим плавно, наверное, на 15-й. Боеприпасы в огне называется он. И, ребята, уровень там 27-й уже. 1070 мощей нужно. Дневник Агилара, запись 15. Мы убили Артаньеса, но потеряли крепость База. Теперь ничто не мешает тяжелой испанской артиллерии продвинуться вглубь Гранады. Недавно наши лазутчики узнали об аванпосте, где хранится большая часть пороха испанской армии. Будем молиться, чтобы нам удалось проскользнуть внутрь и уничтожить запасы. Ну что ж, я больше всего обожаю уничтожать запасы, так что, ребята, поехали. Но перед началом нам опять же нужно немножко подхилиться. Ну что ж, заберем, наверное, пожалуй, деньги, заберем конверты. И, кстати, у нас, по-моему, достаточно качественной кожи, чтобы мы могли себе что-то заказать. Давайте-ка посмотрим двухручный меч для Беатрис. Да, всего хватает, ребят, поэтому давайте-ка мы с вами будем делать это дело. И сама Беатрис, я думаю, для себя его хорошо скует. Сколько? 3 часа 30 на минуту. Мне некогда, ребята, ждать. Давайте быстренько мы с вами это сделаем на ускорение. Забираем. Отлично. Качественный двуручный меч. Так, теперь самое главное ей в руки его воткнуть. Ага, не все так просто. Прежде чем взять, ребята, этот меч, нам, оказывается, нужно прокачать ее до 21 уровня. Я надеюсь, у меня хватит, как говорится, этих книжек, кодексов, чтобы я смог ей поднять этот 21 уровень. Давайте посмотрим. Ага, все, отлично. Тренировка 5800 обойдется нам. И мы сделаем, естественно, опять же это на ускорение. Забираем. Ну что, Беатрис, теперь-то, я надеюсь, ты этот меч все-таки возьмешь себе в руки. Давайте-ка, ребята, приценимся приблизительно. Так, она сейчас у нас 934 мощей имеет. Если мы ей надеваем, то у нас становится 964 силы. То есть на 30-ничек, да, подрастает. Ну что ж, ребята, не так, конечно, много, как я ожидал, но все-таки я думаю, что в боевке это очень хорошо скажется. Аксессуаров у нас, к сожалению, тоже нету, которые могли бы нам еще хоть как-то прибавить силы. Ладно, ребята, не будем, как говорится, придираться, а пойдем уже в бой. Нас там заждались, я думаю. Цель задания у нас уничтожить припасы. И опять у нас выбор, либо вправо, либо вниз. Слушайте, тут надо хорошенько все это дело просмотреть. Смотрите, очень много затемненных у нас комнат. Так, Агилар, 31%. Блин. Беатрис 15 всего лишь. Конечно, можно было бы по низу, но там тоже ловушки. И тем более, дайте-ка отдалим. Слушайте, нет, я не хочу идти вниз. Давайте пойдем лучше прямо. Ну что, Агилар, 31%, я думаю, у тебя получится. Отлично, молодец. Ой, блин. Ох ты, а вон и припасы, кстати. Ну что же, давай, Беатрис. Я думаю, что ты с этим охламоном у меня справишься. Да, рыцарь тяжелый, но ты-то право... Нифига он бомбанул. Оу, ребята, я не знаю, что у нас тут будет. Так, ну-ка, есть. Отлично, мы его победили. Ну что же, нам надо вот эти вот первые припасы спалить. Мы их, естественно, сейчас подожгем. Это у нас первые из двух. Еще надо где-то одни найти. Так, ну здесь у нас юный головорез легкий. Ну тогда мы можем пойти либо Агиларом, либо Беатрис. Но Беатрис нужно подлечить. Давайте подлечим. А пойдет все-таки, наверное, Агилар. Ну все. Так, где ты у нас? Агиларушка, давай мы тебя возьмем. Главное, перепрыгни. Есть. Ну, а с этой пройдухой мы быстренько сейчас расправимся.
Ага. О, действительно легкая. Да ладно, блин, промахнулся. Как же ты так, Агилар? Родной ты мой, все у тебя должно быть хорошо. Ага, только один вариант, ребята, идти наверх. Ёпрсте, там разбойник Громила. Хм. По-моему, ребята, а давай попробуем сюда. Ё, прошли, нифига, 18% было, ребят. Тихо ты. Черт подери, вот это я влип. Вот это я влип, по-моему, ребят. Ну-ка, если мы сейчас быстренько здесь завалим этих пройдох. А ну-ка, давай-ка вот так вот сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, сейчас, ребята, по-моему, я тут проиграю. Черт, если он ударит... Да ну! Ой, все, ребят, плакали наши три звезды. Так, ну иди сюда. Я буду мстить за Агилара. Да что ты, блин, я не понимаю. Вот. Вот. Кританули. Так, сундук у нас. Ну, это надо Беатриске. Она у нас спец по сундучкам. Так, и тут у нас какой-то капканчик там, ребят, стоит. Выбора нет. Побежали. Да ёпрсте. Слушайте, ребят, мы еще и кровотечение получили. Это плохо. Наверх надо. Ё-моё. Слушайте, я думаю, что только Беатрис. Больше нет других вариантов. Но ее нужно, наверное, подлечить маленько. У нас осталось хоть что-нибудь? Есть капелька, еще есть лечение. Так, все, Беатрис, пошли. Пора, нам пора с тобой. Поднимаемся. И, ну, вот с этим охламоном, я думаю, мы справимся. Должны. У нас парирование. Я думаю, что он ничего... Ну, промахивается, по-моему, да? Все, валяется. Ну, и последний припас, ребята, это вот наверху. Кто там? Обычный головорез и опять какой-то капкан. Ё-моё. Клаудию не стоит брать, она отдуплится, ребят. Итак, мы с вами потеряли... Оу, щет. Мы попали с вами. Ну? Главное, не упади у меня. Беатрис, пожалуйста. Так, добивочный. Вот так вот. Хе. Поджигаем. Все, нет? А что еще там? Ах, еще нужно покинуть. Все, я понял, ребят. Так, ну что, давайте тогда Клаудио у нас, наверное. Я думаю... Смотрите, она, по идее, должна спрыгнуть, так ведь? Да, в принципе, и это должна спрыгнуть, и Беатрис, да? Но мы возьмем Клаудию. Так. Слушайте, здесь, по-моему, было отмечено 64%. Подождите, ребят, а что за фигня? По идее, я должен спрыгнуть в сено. С вероятностью в 64%. Именно Клаудию. Интересно, и такого не было. Зашибись. Ладно, давай спускаться тогда так. Раз вы не даете нам возможности. Прячемся. Отлично. Слушайте, ну на самом деле она должна была спрыгнуть. Там даже значок стоял. Но не получилось. Ладно, ребята, главное, что мы это задание все-таки прошли. Не на 3 звезды, но тем не менее. Так, 15 ДНК Агилара, 80 хеликсов, 40 кожи качественно получили. Вообще круто. 16 эпизод называется «Шпион среди нас». Но его мы будем, ребята, уже проходить в следующих сериях. А сейчас я хочу кое-что сделать для себя. У меня там получает ранг, по-моему, Луиза, если я не ошибаюсь. Сейчас глянем. Да, именно она у нас стоит на улучшении. И также я хочу найти одно ДНК для Хорхе и поставить его тоже улучшаться. Я думаю, что вы будете не против, ребят, да? Так, заходим в контору, ну и, естественно, все это будем делать быстренько за Хеликсы. Ну что ж, дорогая моя Луиза, я думаю, что пришел тот момент, когда ты... Так, целый час еще, нет, некогда мне ждать. Давайте мы все это сделаем вот таким вот макаром. Получает она 3 звезды у меня, и мощь у нее становится 741. Так, ранги у нее повысились, так, отмычки, это все очень замечательно. Ну что же, теперь мне нужно по-быстренькому найти одно буквально ДНК для Хорхе.
Ну что же, Хорхе, я думаю, что ты готов получить себе тоже еще одну звездочку. Так, шанс нам нужен высокий. Всего лишь одно ДНК, ребят, всего лишь одно. И, естественно, за блиц, чтобы не томить никого. И для этого задания, я смотрю, у нас есть как раз здоровенькие ассасины. Ну что ж, давайте выберем их. Блиц, ну, один с энергией потратим. Кстати, энергии очень мало. Да, ребят, выпадает нам ДНК на Хорхе. И, соответственно, мы отправляемся с вами в контору. Ну, а раз такое дело получается, что я буду Хорхе повышать по уровню, хотел у вас, ребят, спросить, стоящий ли это боец. Если кто имеет его и раскачанный до 3 звезд, пожалуйста, напишите мне в комментариях, чтобы я знал, стоит его вообще дальше как-то раскачивать, крафтить на него шмотки и брать его в отряд в основной. Мне кажется, что он немножко слабее будет, Беатрис, хотя не факт. Ну что ж, дорогие мои друзья, а на этом мы с вами будем завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. И мы увидимся уже в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.